купили Соне сумочку. Соня, покажешь сумочку или дома? Ну что ты, получилось, что такие же точно рубашки. Наводила порядок сейчас в ванну, ну, в унитаз, когда вот, ну, под ободок наводила. Ребята, всем привет! Начинаем наш новый влог. Сейчас мы с Софийкой поедем на обед уже, купим ей брюки, ну, по рынку походим. Часы одела, девочки. Смотрю, время 5 часов. Оказывается, у меня батарейка села. В общем, поменять надо. Потом я, кстати, девочки, покрасила сегодня. Где бы лучше показать? Сейчас возьму коробку. Покрасила сегодня с утра. И вы знаете, вот она. Вот, покрасилась. Такой вот цвет волос, как бы, ну, такой нормальный, не противный получился. Называется он мокко. Сейчас на улицу выйду, еще посмотрите. Значит, и смотрите, девчонки, краска была вот такая вот, Лонда. Лонда. И что мне понравилось, здесь как раз вот пишется, что хорошо седину закрашивает. Это как раз то, что мне нужно, потому что у меня такая стойкая седина по бокам вообще ужасная. И я смотрю, она прям прекрасно здесь все закрасила. То есть седых волос вообще нет. Вот. И такое ощущение, что я теперь, наверное, перейду на эту Лонду. Так, ну мы все в путь отправляемся. Ну что там? Я не могу посмотреть. Не смотрела, ворота закрыты? Открыты, я же кричала тебе. Афаня, пошли гулять. Так, какие мне одеть? Сейчас я подумаю. Окна все у нас настежь. Сегодня тепло после этих дождей и холодины. Сейчас куртку забыла взять. И окна пооткрывали, теперь свежесть. И все прекрасно. Беру свою розовую курточку, которая для меня теперь незаменимая. Рюкзак. И одену, девчонки, белые вот эти вот. Ой, сейчас. Вот эти вот на кофту. Ну, такие вот. Наверное, кроссовки. Афоня, гулять пойдем на улице. Так тепло. Все, девчонки, такой у меня отфит. Раскопала сегодня свои штаны такие. Черные брюки. Про них забыла. Плотненькие такие. Ничего, симпатичные. Тут они на резинке сделаны. Кроссовки вот эти белые. Дело, девочки, там, этот, значит, здесь сейчас топчусь сама, думаю. Детей бы за это поругал бы. Что они в обуви ходят. А самой же можно, да? Вот так и бывает. Так, ну что, Афонч? Пойдем? Пойдем, мы тебя отведем. Ты будешь с Егоркой у папы гулять. Пошли. Выходи быстрее, господи. Что, Афоня, ты думал, что ты с нами поедешь, да? Уселся, сидит, привыкает. Даже не подозревает. Афонь, ты прям это, звезда со всех сторон. Я смотрю, снимаю. Фотосессия сегодня у парня. Фотосессия. Хорошая настроенница. Вот так вот позвали. Хорошая настроенница у парня. Все, выезжаем. Господи, не в ту сторону выезжаем. Представляешь? Классно. Я дом закрыла, Савра, если что. Если он захочет, да, откроется. Там папа сжигает мусор. Да, теперь а ты, понимаю, наверное, капюшончик одень. Тебе не надо так. Вот. Немножко следи за. Хочешь посмотреть? Хотел обрадовать всех, а наоборот, и рассмешил всех. Тик-току. Денискины рассказы? Да, Денискины рассказы. А мы же вроде все прочитали, нет? Нет. Там вторая часть была. Хорошо, возьму ее. Я видел. Ладненько, пока. Пока. Я тоже пойду. Девчонки в библиотеке. Хочу сдать книгу Егора и взять что-то новое, чтобы читать. Так как у нас он прибавливает, не стала его одевать, тащить. Все, девочки, взяла ему книгу, смотрите, какая классная. Тоже Успенский, Крокодил Гена и его друзья. И здесь таким прям шрифтом Егору понравится написано. Сейчас покажу.
Картинки такие интересные. Вот так вот. Правда, он его, конечно, быстро прочитает, но будет интересно. Смотрите. Дома уже все смотрели, читали, тоже у нас так, в принципе, не маленькая такая библиотека, но ну, там есть еще то, что третий, четвертый класс, хрестоматия, конечно, там сложновато эти рассказы читать, но вот это вот классно будет, потому что дневник чтения у нас никто не отменял, каждый день читаем, записываем или рисуем. Софийка сидит, ждет. Думает, наверное, кто подошел. Дорогу сняли. А когда класть ее будут, неизвестно. Зато Соня ощущение, как в деревне. Я рассказываю девочкам, что дорогу у нас поснимали. Зато ощущение, как будто мы в деревне. Да, кстати. По-моему, в деревне это поприличнее, да? Если кроме где-нибудь в глухой, глубоко в лесу. Взяла книжку, мне очень классно, посмотри, какой шрифт и какие рисунки. Мне понравится. Да? И шрифт хороший, рисунки яркие. Будет что нарисовать ему. Ну все, купили Соне сумочку. Соня, покажешь сумочку или дома? Она у себя. А, да, точно. Надо ее развернуть. Девчонки зашли в магазин. Сумка была кожаная, 4800. Мы сделали скидку. Не говори сколько. А ну, почему? Это как постоянным клиентам. Почему? У нас пусть девочки знают, какие крутые у нас скидки. Пусть от нас. Если придут, скажут, что они от нас. Да, да, да. Вот, за 4000 кожаных. А, вот да. Ну, и рубашки я, кстати, же купила одинаковые. Да, дома покажу ее. Такие же девочки, кстати, у нас смешно. Так получилось, что такие же точно рубашки. У меня розовая, вельветовая. У Сони такого же цвета вельветовая. Да, точно такие же. Так что, знаешь, мы с тобой две подружки. Так что сейчас сядем в машине, я сразу покажу сумочку. Перочек какой-то оригинальный. О, Остин тоже уже стали какие-то моднявые вещи делать, да? Ну такое. Пытаются быть модными. И в основном, вот я смотрю, у них это цикло. Спущенный рукав. Типа модный. О, хорошо, мне в этом году черная куртка, пуховик будет нормально сидеть. Юбчушки кожаные, не хочется? А, вот смотри, у них наподобие такая, только вот как раз таки расклешенная. Она на резинке, мама. Ну и что, она возьми. Держи ее. Да, вот она такого плана. Мы зашли в Золу. Хочу померить вот эту юбочку. Не знаю, буду носить или нет, но померить ее точно надо. Девчонки, навела порядок в ванной комнате. А потом думаю, давайте-ка я лучше вам сейчас сразу покажу, иначе я потом опять забуду. Смотрите, хотела отзывы оставить от вот этом средстве. Homestar, который покупала я фикс прайс. Это для унитазов исключительно, я так поняла. Он целенаправленно работает только на унитазы. Ну, девчонки, запаха, конечно, у него нету такого термоядерного и ужасного. У него розовый цвет, но он до того жидкий. У меня никогда не было до этого средства настолько жидкое, как вот этот вот гель. Еще название дали ему такой гель. Это не гель, это прям в буквальном смысле вода. Когда его вот наносишь под водок унитаза, девчонки, пока ты его нанес, крышку на него надел, отставил его в сторону, смотришь, а там уже все сбежало, как будто вода. Короче, непонятно, что чем мыть, а оставлять смысл его вообще там нету, потому что он стекает абсолютно сразу. Но вот, допустим, на руки он мне попал, он был такой прям термоядерный, и губочку он прям выедает, то есть какая-то, видимо... как сказать, какие-то жесткие там средства, чтобы действительно наводить порядок и убирать загрязнения, есть, но он до того жидкий, мне кажется, им надо как-то немножко пересмотреть все это дело. Вот, ну буду до пользы его, конечно,
Но больше, скорее всего, я его не возьму. Отправила первый раз, поэтому думаю, взять, не взять, как он. Отзывы тоже на него не смотрела, как-то я такое не запоминаю. Но вот то, что вот сейчас вот пользовалась им, поэтому решила сказать. Вот, поэтому Homestar я такой, конечно, больше не возьму. Но его, конечно, допользую, потому что смысла не вижу эти кучу банок набирать. Буду просто почаще им пользоваться. Но придется, просто у него получается, что очень огромный будет расход. Вот и все. Ну и цена. Ну вот видимо, а то на то и выходит. Цена маленькая, 55 рублей. Ну и расход как раз таки на эти 55 рублей. Потом, девчонки, хотела вам сказать, пока не забыла. Так, да, вот гель. Это у нас будет фикс прайс. И вот этот вот шампунь, который я показывала в продуктовых покупках Магнит, девчонки. Основной уход. Я почему-то, когда я брала его, думала, что вот от клея мне нравится максимальный объем или что-то такое называется. Но там я вспоминаю, сейчас тут были все-таки розовые какие-то надписи, а этот более фиолетовый. И я же так сначала так немножко подрастроилась. Не то, что в плане подрастроилась, думаю, шампунь будет обычная, но особого эффекта от него, который я жду, не будет. Но, девчонки, я ошибалась. Смотрите, помыла голову. С утра, да, я мыла голову, вспоминаю, просто на ночь или... С утра помыла голову, времени у меня не было, я даже не наносила никакой бальзам, девчонки. Просто один раз помыла вот этим шампунем голову, он до того пенится, ну здорово, его там капли нужна. И какое было мое удивление, когда я его сушила, ну посушила феном, как обычно, потом... Даже вот когда я посушилась феном, во-первых, волосы не путались, они не электролизовались. Потому что в основном, когда шампунь помоешь, ты потом, когда сушишь фен, вот эта расческа, она все прилипает. Нет, не электролизовались. Волосы, девчонки, были такого объема, что такое ощущение, что у меня за ночь миллион волос еще дополнительно выросли. Они так красиво лежали, блестели, объемные. Я аж сама себе не поверила, так я думаю, ничего себе. А когда я еще гофрет сделала, то есть объем, это вообще волосы были. Правда, я себя, по-моему, не снимала. Я же говорю, тот день был какой-то прям суета. И я не снимала, даже не фотографировалась, но объем был конкретный. Мне этот шампунь очень даже понравился. И поэтому я свое разочарование забираю обратно. Эффект от него обалденный. Даже вот смотрите, когда этим как его... От Faberlic вот этого Bioartic шампунем, если помоешь голову без бальзама, это все, пиши пропало, волосы будут дыбом становиться, они электролизуются, ну то есть нет, так нельзя, то вот этот шампунь мне прям понравился. Но я не просто, девчонки, помыла голову, пошла сушиться, я вспоминаю, я нанесла еще свою термозащиту, ну обычную, которой все время пользуюсь, вот такая термозащита, то есть у меня вот был шампунь и была термозащита. Такая от Сварков, я им пользуюсь уже, я же говорила, года два, наверное, может, три года, не знаю, как он появился, стала покупать до сих пор, пользуюсь, мне он очень нравится, ну, вот так вот, так что шампунь неплохая. Так, и переходим, вот эта штучечка у нас под названием гель, это была покупка с фикс прайс, она, по-моему, стоила 77 рублей, мне кажется, ну, не больше, ну, не 99 точно, для сухой чувствительной кожи. Девчонки, нам понравилось. Видите, вот я его купила, наверное, буквально на той неделе. Да, на той неделе. Вот мы сколько израсходовали, я и Софийка пользуюсь. Во-первых, от одного нажатия вполне достаточно. Но я не просто умываюсь, девочки. Я всегда, мое умывание сопровождается конжаковым спонжем. Это может быть любой. Вот этот у меня куркума, по-моему. А у Софийки я брала с черным углем от прыщей, вот для молодой кожи. Кстати, вот когда она стала пользоваться, тут же забываю, конжаковым этим спонжем, именно вот таким вот с черным углем, девчонки, у нее прыщики были на лбу очень много, и нос у нас страдал постоянно. Девчонки, все как рукой сняло. Любые обычные гели, не то, что прям специализированные, да, она иногда пользуется вот таким гелем, уже 100 лет, а в основном она пользуется либо мои, которые я покупаю, ну, вот эти все отдав. Раз, два, вот еще отдав. Две, да. Либо вот этим, и все прошло. Вот этот конжаковый спонж очень даже помогает. И вот я всегда сопровождаю свое умывание обязательно со спонжами.
одно нажатие, пенится отлично, снимает косметику хорошо, но я 2 раза умываюсь, и потом могу еще дафом. Но если даже пользоваться им одним, бывает и запах неприятный у дешевых, да, и толку от них нету, как ты у лицо трогаешь, оно не до скрипа, чувствуется, что что-то там осталось на лице, то вот этот вот присмотритесь. Особо тем более, кто старается по бюджету жить, и, ну, чтобы можно было что-то недорогое приобрести, и эффект был, вот это мне понравился. И я прям не брезгую, прям в легкую им пользуюсь. Это нравится. Точно так же, как мы перестали покупать мицеллярную воду от Гарнье. Вообще уже не беру ее. Вот беру в фикс прайсе, а я не знаю, они как-то вроде внешне похожи, даже не присматривала же этикетки. Что-то. Может, это и одна фирма. В общем, девчонки, уже, я не знаю, банки, наверное, 8-я у нас. И Соня ей пользуется, и я это прям вот все, что написано, все выполняет. И эффективно макияж снимает, и не вызывает раздражения абсолютно. У меня веки сухие, вообще никогда после нее ничего нету. Очищение губ, но мицеллярная, чувствительная кожа, вообще крутая. И все, я больше эти гарниры расхваленные по 300 рублей за маленькую баночку вообще не беру. Беру вот эту за 77, и прекрасно, нам надолго хватает, снимает отлично, она снимает из глаз, из лица. И, пожалуйста, и вот так же мне гель помогает. Вот, поэтому покупаю, прям легкую пользуюсь. Тем более, девочки, пользуюсь уже давно. И никаких прыщей. У меня вообще лицо такое, я никогда не страдала ни прыщами, никакими акне, ничего у меня не было. Ни с детства, ни в подростковом возрасте, ни во взрослом. Вот сейчас я смотрю, вроде как казалось бы, уходовая косметика дешевая. Абсолютно ничего нет. Поэтому я считаю, зачем я буду такие деньги переплачивать за другое, если я дешевой пользуюсь, и мне тоже нравится, и никаких там плохих изменений, наоборот, только все хорошо. Лучше эти деньги на что-нибудь другое, девочки, потрачу. Так что вот такой отзыв. Все, здесь убрала. Сейчас наверху Егора заправлю кровать и побегу, мне нужно на работу. Счета выписывать, там 1 000 000 этих счетов. Так что побежала. Значит, смотрите, хотела вам показать, девчонки, вот так вот лег этот ковер, который был у нас 2,5, наверное, да, на 3 или 2 на 3. Ну, короче, который 10 тысяч стоил большой. Вот он почти на всю комнату. Хорошо, в зиму будет отлично. То есть вот он рисует, сидит у него, ножки в тепле. И там можно, приветик, поиграть. Привет, девчонки. Это моя комната. Да, кто это... не знает, я Егор. Да, это Егор. Заходите на тажулок. Наш любимый мальчишка, который болеет. Мы сейчас уроки с ним учили. Да, девочки, сейчас перемещаются. Афоня дрых у Сони на кровати. Я его стащили заспанный. Знакомьтесь, это собака Афоня. Да. И вот, короче, получается, девчонки, вот так вот стала полка. Мы здесь уже Егор играет. Соня PlayStation, потом там Дэнди и всякие прибамбасики. А вот она мне нравится, почему я взяла, она мало занимает места, не громоздкая. В общем, ничего лишнего туда не натолкаешь, не положишь. Не... хранить там нам нечего. Надо. И... значит, и у Софийки ее палатик, ну, в общем, все как было. И вот с нашей спальни снизу я подняла вот этот маленький, он и был изначально у Софийки в комнате. И вот так вот я организовала под ноги тоже, смотрите, даже здесь гуашь. Сейчас будем вытирать. И вот у нас зеркало забрала это. Красивая себе за Софии, какие Соня, тут все как положено. Ну, вот так вот, мне кажется, очень удобно. Просто я думаю, может быть, его еще туда натянуть. Кто не знает, что моя сестра художница. Да. Я ей горжусь. Да, мы гордимся очень Софийкой, нашей художницей. А как мы гордимся Афоне, девочки, вы даже не представляете. Не собака, а просто золото. Егора, забери вот эту палку от ковра. Да. Вот у меня там колоют уколы, а он меня сразу защищает. Да, ему уже жалко друга. Девочки, и вот который у Егора серенький был, получается, я его занесла... Да? Да, я его, получается, занесла, значит, сюда вот в кабинет. Он тоже хорошо здесь лег, возле доски, где Егор тут художеством тоже занимается. И ванную, которую я вот рассказывала, один взяла ванную в Москве, которую я хотела второй найти еще. Не было, вот. И я его сюда, как говорится, его пристроила. Смотрите, как они хорошо вдвоем смотрятся. То есть и там под
Ногами получается хорошо, мягко коврик. Смотрю, девчонки, тапочек, да? Еще вспоминаю, что еще внизу еще один лежит тапочек. Это ж как надо носить обувь, чтобы один был на втором этаже, а второй на первом. Это ж вообще... Егора, а почему тапочек здесь на втором этаже, а второй внизу? А я еще... Ну, это Афоня, наверное, их носит и вот так неаккуратно. Ну, ничего, хорошая собачка. Ну, конечно, хорошая. За всех нашу семью. За меня заступайте. Так, в одном не ходи, снимай. Просто брось его на первый этаж и все. Так, а это моя стулочка, девочки, я на ней сушусь внизу, когда феном. И у нас там такой бардак гардеробной. Все эти дни я не успеваю, еще не гладила, ничего не делала. Поэтому показывать вам не буду. Сейчас буду пылесосить лестницу опять. Ну, все то же самое мыть. Листики опадают почему-то. Почему-то я его в дом заношу, всегда у него листопад осенний начинается. На улице хорошо живет, не знаю я. Вообще такой он вредный, этот фикус. Я его как купила, я не знаю, он лет 5 мне мозги вот так компенсирует до сих пор. 5 лет я на него злюсь, и 5 лет он у меня почти растет, никак не вырастет. Это что-то с чем-то. Мы с ним не сошлись характером, это точно. Фикус очень вредное растение. Ему надо больше времени. Мы с ним не сошлись точно характерами. Так, ну все. Сейчас я буду Софийке кушать варить. Делать ей грудку, она попросила. А я иду рисовать. Да, я рисую, а я потом позову Егорушка.